Фестиваль «Один народ, одна страна», посвященный Году Ассамблеи народа Казахстана, собрал представителей этнокультурных объединений Кустанайской области под шинраком Дома дружбы. Его участниками стали 18 творческих коллективов со всех городов и районов области. На сцене выступили более сотни человек. Представители различных этносов продемонстрировали виртуозную игру на национальных инструментах, исполнили песни на родных языках и красочные танцевальные номера. Участники признаются, что хотят донести до зрителя красоту традиций и обычаев каждого народа. Мы нацелены на то, чтобы показать побольше именно нашу азербайджанскую культуру, то есть изобилие наших национальных танцев. Сейчас мы стараемся танцевать как и парный танц, так и коллективный, символизирующий в первую очередь единство, праздник.